Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Roblox Play. Сегодня будем играть в игру под названием Strongman Simulator. И я накопил для вас 3 миллиона сил, и сейчас будем качаться. Интересно, докуда вам мое звание повысится, и докуда я смогу повысить свою силу. Как вы помните, в прошлом видео мы смогли добиться звания Vic Fitness. Ну, то есть, так, нормальный фитнес. Интересно, какой мы сможем добить после этих 3 миллионов. Вот я только начал качаться, у меня уже 2 миллиона. Не потр... как бы, мало. Мне... Блин, как объяснить, у меня много очень осталось, а я уже много прокачался. Все, я просто фитнес. Прикиньте, я просто фитнес. Просто фитнес. Надо было фильм сделать такой, просто фитнес. Кстати, ребята, хотите пасхалочку небольшую? Смотрите, вы видите вот это все? Это надо тянуть. Видите вот этот трактор? Трактор. Кстати, его тоже можно тянуть. Но я не могу его потянуть. А смогу я 2 морковки потащить? Давай. Я 2 морковки не могу потащить. Ну, пока что не могу. Ладно, погнали качаться. Так, давай, 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 давай. Хоп. У нас уже 1400 силы. И вот 1 миллион. И 1 миллион 1К 445 силы за 1 миллион. Офигеть. Нормально, кстати. Кстати, я уже стронг фитнес. И мне так интересно, насколько я вырасту. Просто я расти хочу. Просто, как вы знаете, я могу расти, но я не так уж и высокий. Оп, оп. И стоп, ребята. Короче, 1К48. То есть мы за 1 миллион накопили 1К48. Ребята, реально сейчас не выходя, только утром прям встал и начал качаться ради вас. Ага, сейчас пацан трактор что ли понесет? Но он баклажан смог. Потому что он реальный баклан. Он реально баклан. Короче, у нас Strong Fitness звание. И 1К500 силы. Интересно, все, я массивный фитнес. Блин, ребята, так интересно, какое же у меня потом звание будет, когда я закончу качаться. В конце ролика интересно, какое у меня будет звание и сколько у меня будет силы. Мне кажется, это нечестно. Столько энергии, как бы, и чтобы получить одну силу, нужно 9К платить. Кстати, это 9К еще и увеличивается. Вот бы можно было здесь X10 и потом качаться. Так. Давай. Оп. 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 Так, ребята, нормально, в принципе, качаемся. Мы теперь мега фитнес. Интересно, у нас фитнес поменяется на другое звание? А, я очень хочу другое звание. Не фитнес, а другое звание. Как бы вместо фитнес другое звание хочу. Ребята, вот где, вот когда-нибудь я сделаю такой ролик, где у меня будет 15 миллионов силы, и я буду тупо весь ролик качаться. Ребята, кто хочет такой ролик, ставьте лайки. Кто наберет 5... если на это видео наберет 6 лайков, то я так и сделаю. Ну, ого.
Мы за все 3 миллиона накачали 20 тысяч. Ну, вы поняли, 200. Массивный, я теперь просто массивный, все. Привет, давай, давай, давай. Давай. 10к теперь стоит. Ну, Максим, а вдруг мы снова поменяем звание? Ну, это маловероятно. Очень маловероятно. Давай, 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 давай. У нас осталось 300 тысяч энергии. Наш пацанчик уже немного устает. Видите? Устает наш пацанчик уже. Хоп, хоп. Опа. И 2-1-0. Все. За все 3 миллиона мы накачали 1К608. Этот 1К68 тысяч. Как бы получается, мы накачали почти 40К, мы почти накачали. Теперь смотрите, я 3 морковки. Несу 3 морковки. Я, кстати, немного подрос, не? Что-то не видно. 15К? Сколько? Я, наверное, уже одну помидорку смогу понести. Хоп. Кстати, да, могу помидорку нести. Кстати, да, с легкостью могу помидорку нести. А может, я две смогу помидорки понести? Ой, меня утащило куда-то. Два помидорки так сильно, что ли? Две помидорки, простые помидорки. Свежие, сочные помидорки. 2, 2. Офигеть. Идем качаться. Так. Ребята, кому мне кажется, вам нравится этот мотив. 3-4 лайка. Сколько вы набираете там? Давайте же уже 60 лайк. Этот 60 подписчиков добьем уже. Давайте я попробую 3 морковки и 1 помидор. Это очень жестко, наверное. Мне кажется, даже морковка намного сильнее помидора. Не знаю, смогу баклажан. Я смогу этого баклана пронести. Все, пошли баклан нести. Пошли баклан. Я, кстати, могу баклан нести. Так, что он пишет? Пух. Короче. Очень много мы сейчас накопим денежат. Смогу 2 баклана. Давай 2 баклана. Не, 2 баклана это слишком. Почему здесь баклажан написано как яйца растений, яйцевое растение? Чё? Чё он так подписан, что ли? А смогу тебе трактор понести? Я, кстати, трактор понес. А он не продается. А чё? А почему? А в него сесть можно? Он не продается, короче. А я смогу просто, смотрите. Как же тяжело эту дверь. Чё? Я могу эту дверь пронести? Я летаю, ребята. Первый роблоксер летающий. Вот это он сильный, конечно. И понесет сколько? Что, сколько тракторов он понес? Я что-то не понял. Ребята, мы обязательно станем такими же сильными. Давай. Смотрите. Где этот челик?
твой ник, скажи мне твой ник. Ислам какой-то. Ну, 3К, конечно. Конечно, сможет. Это 3К у него. Нас уже 200К. Ребята, 200К. Опа, мне пацан помогает. Давай. Он мне туда пронес. Ребята, мне пацан помогает. Он мне туда пронес. У меня даже достижение вылезло. Ребята, у меня достижение вылезло. Ни хрена. Мне дай. Мне дай понести. Не понял. Мне помогать или себе? Дай мне одну штуку. Ну, блин. Мне кажется, по его мнению, я не должен качаться. Давайте реально посмотрим, как он будет меня катать. Ну, давай, давай, возьми, возьми. Все, я ухожу. И беру одну вот эту штуку. Какая она тяжелая. Я лучше обратно пойду. Стоп. А как мне обратно пойти? Плиз, дайте обратно. Я обратно хочу. Я застрял в локации. Обратно, давай, да. Спасибо тебе. Сейчас мне шею сломает. Нет, я туда не пойду снова. Я туда снова не пойду. Давай еще одну. Давай. Опа. Идем снова качаться, ребята. Мне кажется, интересный и насыщенный ролик у нас получится. Ну, у меня, у вас. Ну, как будто бы делаем вместе этот ролик. Я массив. Опа, heavy weight. Чё? Я теперь вейт какой-то. Эй, мэн. Давай еще одну. Пошли, мы сможем это потянуть, давай. Тогда одну морковку берем. О, потянули. Хорошо, мы сейчас подкачались. Но мне кажется, я еще не настолько силен, чтобы вот это все делать. Серьезно? А почему я так не могу? А почему я только 2 максимум могу? И то еле-еле. А почему он 3 может, а я так не могу? Опа, 20К. А реально он по 120К дает? Давайте посмотрим. А, понесли. Двадцать пять, что-то врёшь. Они там что-то пишут. Нам это не интересно. Давай, тяни. Все, 220К, можно качаться идти.
Качаемся. А, все. Найди пак смол. Чё? Я ничего не понял. Понесли. Опа. Ребята, в следующем видео мы добьем эту цифру 2К силы. Ребята, мы качали с вами от 300К, понимаете? От, не, ой, от 300 силы мы качались. Теперь у нас почти 2К силы. Я зарабатываю я вам делаю... Короче, ребята, давайте я наберу 5 миллионов силы к следующему ролику. Мне кажется, это будет прикольно. К следующему ролику набрать 5 миллионов силы. Хоп. И один в томату. Надеюсь, мы это понесем. В принципе, на пока что несем. Наверное, это вот так я двигаюсь к цели 60 подписчиков. Вот один подписчик, это все 30 раз. Наверное. Что я вообще не получаю подписчиков. Давай, 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 давай. Опа. Опа. Все. Нормально. Ребята, вижу, вам еще Каркраш нравится, поэтому вот эти видео будут выходить как бы через день, как бы сегодня это, завтра Каркрашер. Сегодня вот это вот, завтра Каркрашер. Как бы вот так вот будем делать. Перепрыгнем. Не получилось. Качаемся. Мне кажется, я немного вырос. Надеюсь, да. Смотрите, как я держу. Я вот тут держусь. Я как бы вот тут вот держусь. А вот тут вообще не держусь, но поднимаю все равно. Опа. Давайте еще берем. Ну серьезно, 1К не хватает. Все нормально. Пятьсотка стоит. Если мне за 500К выпадет вот это, я обижусь. Хотя это намного лучше моих пэтов. Ладно, давай качаемся, 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 качаемся. Короче, ребята, на этом будем заканчивать наше с вами прекрасное видео. Мы посмотрели, как мы смогли прокачаться и прокачали свое звание в течение этого всего ролика. В течение этого всего ролика мы накопили много званий, как бы с Вик Фитнеса до Хивейт. И набрали с 1.30 до 1.77. Думаю, в следующем ролике я наберу 5 миллионов и смогу докачать 2К. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока!